температура будет меньше 20, то процесс брожения будет замедлен. Дрожжи себя чувствуют некомфортно, поэтому такие температуры очень редко используются при обычных цветовых кроватках. Чтобы передать профессиональный опыт, в ВУЗ прибыли не только местные пекари и кондитеры, но и гости из северной столицы. В пищевой лаборатории готовили капкейки, сладкие кексы с добавлением шоколада. Рецептура, говорят студенты, максимально проста. Выпечку уровня кондитерских можно приготовить даже в домашних условиях. Мы смешивали муку, яйца, глазурь, воду, естественно, соль, сахар. Все это замешивали, добавляли, вовнутрь можно добавить все, что угодно, по вкусу. И высыпали, выкладывали формочки и отправляли выпекать в печь. Но помимо доступных рецептов, в ходе мастер-класса студентов знакомили и с профессиональными технологиями. К примеру, с выпечкой хлеба из мультизерновых смесей. Мультизерновые смеси содержат в своем составе зерно различных хлебных культур. Ячмень, овес, например. Или и отруби также содержит. Эта продукция отличается высоким содержанием пищевых волокон и является продукцией здорового питания. Однако такой опыт полезен не только для здоровья, но и для трудоустройства студентов. Знание новых технологий, например, производство выпечки с ароматом дыма или вкусом арбуза, говорит преподаватель, ценится работодателями. А для самих студентов мастер-класс – это еще и возможность выбрать тему для дипломной работы. Дипломы будут делать, и им это много даст для того, чтобы выполнить диплом, конечно. Они, возможно, даже могут тему здесь себе выбрать из трех столов разных. Может, этот хлеб вдруг захочет выпить. Кто-то он глазурь сделает интересную на дипломе. Все что угодно может быть. Такие мастер-классы проходят ежегодно и по разным тематикам уже в течение 5 лет. Останавливаться преподаватели и профессионалы своего дела не планируют. Так что ценный рабочий опыт студенты смогут получить еще во время обучения. А результат сегодняшнего мастер-класса, по крайней мере, нас поразил. Кексы студентов оказались гораздо вкуснее тех, что мы пробовали раньше. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.